ребята! Всем привет, ребята! И вы на канале Ирочка Инфо. И давно я не снимала челленджи с моим папой. Я заметила, что они получаются очень смешные. А вообще челленджи мы давно не снимали. Да, и об этом вы тоже писали в комментариях, что снимай челленджи с папой. Они получаются очень интересными. И вот я решила, потому что папа у меня очень смешной. Да, и какой челлендж, ребята? Это вообще, потому что сегодня мы должны снимать челлендж. Значит, у нас есть вода, ребята. Должны спеть песню с наполненным ртом воды. Да, во рту набираем воду и должны спеть песню. У нас все честно, ребята, у меня есть бумажечка, у Иры есть. Меня она не знает, какие песни. Знаю. Заранее вам хочу сказать, извините меня, если не буду. Я пели, это не мое, ребята, это не мое. Ну, я буду стараться. Да. И, как обычно, мы просим наших друзей, чтобы вы были нашим жюри. Жюри, ребята, и в конце, чтобы написали нам в комментариях, кто выиграл, я или Ирочка. Если я буду угадывать, то я буду делать так, тыры-дрым. Да, и у тебя очко, естественно, да? Да. Ну, короче, в конце мы будем читать комментарии, будем знать, кто выиграл. Я надеюсь, все понятно. Ну, кто начинает первый? Ты. Я? Ты. Сразу я, да? Вот, мы приготовили уже и такую посуду. Да. Туда можно водичку. Да. Фу, ну что, с Богом? Давай, ждем. Просим. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Мы в садике хоровод водили. Так что, ты угадала, да? Да, мне засчитывается бал. Бал. Умница. О. Ну давай только такие песни, которые я их знаю, хорошо? Улети и не вспоминай. Да, улети и не вспоминай меня. Все, знаешь, я тоже угадал, да? Молодец! Один. Папа не знает эту песню, но что я спела, он угадал. Молодец. Да. Повторил. Держи тебе воду. Микрофон. Оп. Оп, по Ганна Стайл. Значит, угадала, да? Молодец я. И надо, молодец, ребята, я ужасно пою. Нет, почему? Нет, я не могу, это не мое пение. Давай ты. Мы согласны, я порушаю рыжа. Руки на минимум, чтобы не мешать. На минимум, чтобы не мешать. Что-то ты такое спела, нет? Облака. Магия. Ну я в принципе угадал. Да, розовое вино называется. Знаю. Вытирайся. Ты знаешь название, но не знаешь, как оно звучит. Да, розовое вино? Да. Да. Ну, розовая пантера. Тын. Сейчас я. Эта песня мне, ребята, очень нравится. Да, правда? Ой, мама, не женюсь. Ой, мама, не женюсь. Ну, мы уже... Я женат. Да, женат. Ну, мне нравится эта песня. Не женюсь. Давай. Это получается, что я спел третью песню? Угу. Три уже, да? Могу же уходить ума, когда я все. Он не говорит. Схожу с ума, когда я сплю. Мой будильник сходит с ума. Будильник? Игорь Крид. Я не знаю, но я так понял. Будильник сходит с ума, когда я сплю. Все, значит, 3-3 пока, он да? Он не понимает, что я не люблю. Такие песни Ирочка поет, я их не знаю. Ребята. Это треки. Ну, молодец. У меня нету времени, слушай. Работает папа? Да. Так. Это четвертая песня, да, у да, вас? Да, твоя. Ребята, четвертая. Деспасито. Деспасито.
Я просто, знаете, как пою? В школе мы это так поем. Это популярная песня, что нет? Деспасито, вообще, деспасито. Да, сейчас, 4. У Ирочки уже, Ирочка всех отгадала? Да. 4, у меня 3, надо не сдавай. Королева сохнет. Нет. Спеть еще раз? Еще раз, а ну, давай. Мокрая девочка, да? Сохнет. Сохнет, мокрая девочка, да. Сохнет. Да, да, все, да. Я угадал. Клава, да. Где потекла? А, ничего страшного. Мы у нас, ребята, сейчас угадай мелодию с Вальдис, Вальдис Пенч. Ага, и потом угадай мамины слова, когда она придет домой. У нас, ребята, здесь все мокро. Да, и вещи. И последнее, да? Да. Последняя, ребята. Написал 6. Это очень знаменитая песня. А как знаменитая? Красивая песня. Ну да, я беру такие. Давай. Вроде, знаменитые. У меня тоже знаменитые. У меня все были. Опанганна стала знаменитая, Деспасито знаменитая. В лесу родилась ёлочка. Это все знают. И что у меня еще было? А, не жалеть, не жалеть, не жалеть. А вот это я думаю, да. Давай. Андрей. Привет, Андрей! А, привет, Андрей! Привет, Андрей! Ну где ты был, ну обними меня скорей! Это я песню про себя, про Андрея. Налей мне водички. А что, не хватит? Хватит. Хватит, что у тебя такой рот? Короче, Ирочка справилась со всеми моими песнями. Сейчас моя очередь. Слушай. Что? Что это было? Моя вода потекла! И что? Ничего. Сейчас выйдем на улицу, смотри, какое солнце. Ты меня не забудешь, что я делать? Нет, если ты меня забудешь. Если ты меня забудешь, посвяти меня, да? Если ты меня не любишь, то я тоже. Молли. Молли? Егор Крид. Молли. Я не знаю. Это знаменитая песня. Так а что, тогда я справился с этой задачей? Да, потому что ты... У нас есть жюри. Ребята нам напишут. Ты вся мокрая. Ира как будто сделала что-то. Папа. Я вся мокрая. Мы приготовили. Давай. Еще по шестой? Еще по одной песне. Ну, правда, я не знаю, какую песню. Я знаю, не знаю. Ну давай сейчас. Какой песня. Это решающий сейчас будет, кто выиграет или да, нет. Ты еще. Или я. Давай. За цвет Колыма, да. Сразу понял. Я был уверен, что ты не знаешь эту песню. За тебя Колым отдам, душу я волну продам. Вы как будто вы с небес, да. Все к тебе, только к тебе. Я королева знаешь. Музыки. Да, мне надо куда-то идти там петь. Без тебя жизни нет, я не могу найти. Пицца. Ну, что пицца? Что пицца? Группа пицца. А, группа пицца? Я думал, ты хочешь мне купить пиццу сейчас. Заказать мне пиццу на дом. Кстати, неплохая идея. Я все хотел пиццу. Знаете, ребята, сейчас нужно так. Мокрая девочка танцует. Вот сейчас это про тебя. Мокрая привет, девочка. Андрей, мокрая девочка. Сохнет, мокрый Андрей. Ребята. Мне очень понравился этот челлендж. Я тоже чуть-чуть. Маме он понравится. Мама не знает, она даже на улице с Андрюшей, когда придет, я уже ей покажу это видео. Она думает, что она будет смеяться. А сейчас я, когда буду делать это видео, наверное, тоже буду смеяться сам с себя и с Ирочки. Ну что,
Это был наш челлендж, ребята. Я думаю, я надеюсь, что он вам понравится. Самый смешной челлендж с папой, это точно. Если вы хотите, чтобы я еще снимался с Ирочкой, то ставьте лайки, пишите нам в комментарии. Пусть продолжение следует. Вот напишите так в комментариях. Можно сделать и вторую часть. Давай, давай, давай. Подпишите. Или песню. Попробуй не запеть. Тогда я буду петь на турецком, если сделать. На турецком? Да, на итальянском. Ты еще скажешь, да, на итальянском. Точно, я забыл. Ладно, если ребята захотят, напишут нам в комментарии, мы сделаем вторую часть. Ну а теперь не забывайте подписаться на наш канал Ирочка Инфо. Нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомления, когда выходит наше новое видео. И мы вам говорим пока-пока, мы идем сохнуть. Пока-пока, ребята. Пока-пока.